Белорусских товаров в Хагасии много. Техника востребована у промышленников и сельхозпроизводителей. Для Абакана сотрудничество с дружественной республикой может помочь в актуальных вопросах. От благоустройства до строительства. Например, всевозможная коммунальная техника. Мы условились, что коллеги с Абакана приедут в наш Беларусь, мы выставим всю эту технику разных заводов, разных производителей на любой вкус, на любую задачу и так далее. И после этого на условиях конкурса, естественно, обсудим, что можно и что нужно покупать для того, чтобы, значит, действительно город выглядел чистым, аккуратным, как сегодня выглядит Минск. Беларусь готова поставлять и все виды общественного транспорта по льготным ценам и с рассрочками, а также участвовать в проектировании и сдаче под ключ жилых кварталов и соцобъектов. В вопросах проектирования строительства социальных объектов, спортивных, образовательных, нам это интересно. Белорусские проектировщики предлагают очень интересные варианты с хорошими идеями. Мы их будем приглашать реализованными уже для участия в конкурсах на проектирование городских объектов. Заключен договор на поставку в Хакасию крупной партии лифтов для замены по капремонту. Муниципальная лизинговая компания «Абакана» заключила соглашение с официальным дилером производителя спецтехники «Амкадор». Я очень надеюсь, что с подписанием этого соглашения мы станем активными участниками программ со стороны Республики Беларусь, программ по поддержке продаж. Вот это соглашение, которое мы сегодня подписали, даст обоюдную выгоду в нашем сотрудничестве. Это поставка на технике коммунальной, о котором говорил Дмитрий Сергеевич, по более выгодной цене для Абакана, для жильцов города и так далее. А чтобы белорусские товары и продукты были в Хакасии более дешевыми и свежими, республика готова наладить прямые поставки. Если найдется местная компания, готовая сотрудничать. Ольга Барловская, Руслан Шалгынов, РТС.